Merhabalar, дорогие зрители. Смотрите, нашел вам красоту такую. 5+1. Шестикомнатная квартирка. Проект был сдан в 2016 году. Эта квартира также подходит под гражданство, но сумма будет другая. Район Тосмур открыт для ВНЖ. Вот так. Это у нас открытая терраса. Одна. Вид на море есть. И на соседнее здание. Сторона здесь юго-восточная. Отсюда тоже видно. Здесь ничего не построят. Это относится к казне Турции, вот эта территория. Высокие потолки, как вы видите. Я начал съемку с верхнего этажа. Это у нас вторая спальня. Квадратметры уже не буду считать, 230, 250, что ли. Вторая терраса с видом на горы, восточная сторона. Глазами видно все вот так, не зрить. Вот это все так видно. Здесь кладовка. Санузел. Третья спальня. Еще один санузел. Внизу тоже два санузла. Так, санузлов достаточно. Это хорошо. Логично. Здесь у нас выход на балкон также. Рядом есть сеть магазинов для жизни, Мигрес. По четвергам рынок впереди. Где-то 250 метров. Думаю, максимум 450-500 метров максимум. Да. Вот, можно использовать место. Так, идем же сюда. Четвертая спальня. Балкон, посмотрю, есть ли здесь. Да, выход на балкон. Вид на горы, вид на соседнее здание. Трехсторонная квартира. Все стороны видит. Еще один санузел. Стиральная машинка фирмы СЭК. Большая душевая кабинка. Приход. Отдельная кухня. Симес у нас холодильник. Альпина духовка, вытяжка, плита. Также отсюда выходим к балкону. Раздвигается. Что сказать? Квартира мечта, большая мечта в этой женщины. Ну, я не знаю, большая квартира. И гостиная отдельная от кухни. Также балкончик есть.
кондиционер СЭК. Няшка. Пирожок, конфет, кебаб, шашлык, донер, шаурма. Все вот, все в этой квартире есть. Ну так, смотри, вышел на балкон. Вид на море. О, глазами я вижу это все. Так, так. Вот так. Так, дорогие зрители, цена этой квартирки 5 плюс 1 370 тысяч евро. Есть скидка. Если вы мне позвоните, то я вас познакомлю с хозяином и добьюсь хорошей скидки. Такую скидку кроме меня никто не добьется. Айдат здесь 500-600 лир. Есть скрытый бассейн, открытый бассейн, сауна, фитнес. Не закрываем ролик. Ставим лайки, подписываем на наш канал и пишем комментарий, что вам тут понравилось. Так что смотрим дальше. Так, дорогие зрители, на этаже у нас 4 квартиры, 2 лифта и здесь есть мусоропровод. Кидаете мусор и все. До свидания, мусор. Не надо куда-то таскать. Это пожарная лестница. Лифт уже прибыл. Вот такой вот лифт с природой. Проект был сдан в 2016 году. Итак, дорогие зрители, оказывается, в этом проекте еще есть крытая парковка. Я сейчас спускаюсь прямо в крытую парковку. Это тоже важно. Проект, оказывается, был сдан в 2012 году, я думал, 2016. Так, где тут? Вот под каждым блоком, два блока здесь, крытая парковка. Зашли и поднялись наверх. Ну, здесь это во всех зданиях в Алании, понимали, сырость. С подвала. Вот такой фасад здания. Есть скрытый бассейн, сауна, фитнес. Это у нас открытый бассейн. Она не работала, ее реставрировали. Видите, да, что новое все. Открытый бассейн тоже пока не запустили. Его тоже починят. Надо туда зайти, смогу ли. Тут у нас фитнес. Есть генератор. Тут тоже есть скрытая парковка. И сауна, фитнес. Крытый бассейн, видите. Там дальше. И все. Жду вашего звонка, дорогие зрители. Всем пока-пока.